Такие проверки проводятся сотрудниками управления совместно с полицией ежедневно. Работают по системе. Сначала выбирают заведение, после под видом покупателей производят контрольную закупку. Далее проверка документов. Если лицензия на продажу алкоголя липовая, либо отсутствует, сотрудники полиции изымают весь товар и составляют протоколы. Сегодня в одном из кафе в районе Пионерского проспекта изъяли более 1,5 тонн контрафакта. Предпринимателям грозит штраф. По адресу город Анапа, Пионерский 253, была выявлена торговая точка, кафе «Лайм», в котором, значит, реализовывалась алкогольная продукция при отсутствии специального разрешения лицензии и соответствующих сопроводительных документов. Деятельность в данном кафе осуществлял индивидуальный предприниматель Арутюнян Люда Мартиновна, которая будет привлечена к ответственности по статье 14.16, часть 3. Алкогольная продукция будет изъята и помещена на временное хранение до решения суда. Такие совместные рейды дают положительные результаты. В полиции отмечают, что с каждым годом точек, торгующих нелегальным алкоголем, становится меньше. Всего с начала года на предпринимателей, незаконно торгующих алкоголем, составлено 153 протокола об административных правонарушениях. Сотрудниками полиции изъято около 12 тонн нелегальной алкогольной продукции.